В Каспийске во дворце спорта имени Курмагомедова прошел чемпионат Дагестана по рукопашному бою в честь генерала, героя Российской Федерации и Луганской Народной Республики Исидулы Абачева. В нем приняли участие свыше 300 спортсменов из 23 команд разных городов и районов республики. Первый день в зале проходили предварительные поединки. Мы вот как раз таки на завершающей финальной части сегодня увидели зрелищные, интересные бои, где каждый спортсмен, не уступая друг другу, по спортивному, можно сказать, показывали свое мастерство. Отметим, что за звание лучшего спортсмена поборолись юноши, мужчины, а также женщины. Они продемонстрировали все свои спортивные навыки, и лучшие из них вышли в финальные схватки, которые прошли во второй день турнира. Кроме того, перед финалом в спортивном зале имени Курмагомедова состоялась торжественная церемония открытия спортивно-патриотического чемпионата, где приняли участие воспитанники студии «Лезгинки Арс», солист Дагестанской государственной филармонии и военный оркестр Махачкалинского соединения Росгвардии под руководством заслуженного артиста Республики Дагестан Ильяса Бексимирова. Музыканты исполнили патриотические национальные номера. Подчеркну, что организаторами спортивного мероприятия являются представительство правительства Дагестана и Хабаровского края при поддержке Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту. Спонсорами чемпионата выступили строительная компания «Ситистройхолдинг» и председатель собрания депутатов Каспийска Абдулвахид Джаватов, который отметил важность проведения подобных мероприятий. Сегодня, в этот день, наши ребята-спортсмены решили показать, что они вместе с нашей российской армией готовы защитить нашу страну, показывая своим духом, своей силой, тем, что они готовы служить Родине. Кроме того, чемпионат посетили представители правительства Республики Дагестан в лице министра по национальной политике и делам религии Энрика Муслимова, министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанова, депутата Народного собрания Республики Дагестан Марата Алиярова и многих других. Они, в свою очередь, поблагодарили героя Исидулу Абачева за отвагу и храбрость, на которую сейчас равняется молодежь. Что такого рода мероприятия, они способствуют привитию тяги к здоровому образу жизни, к спорту и воспитанию настоящих мужчин, защитников нашего Отечества. Основные цели этого турнира – это поддержание курса нашего президента, поддержание патриотизма, мужества, поддержать вооруженных сил нашей страны и всех участников специальной военной операции. Такие мероприятия призывают к единству наших народов, единству мужества, патриотизма. Завершился чемпионат по рукопашному бою награждением победителей призами от героя Российской Федерации и Луганской Народной Республики Исидулы Абачева.